веселые истории случиться могут с каждым. А самые забавные мы вам сейчас покажем. Веселые истории насушили, наборили. Веселые истории из жизни. Прекрасно, когда у мужчины руки растут, что называется, из нужного места. Ведь в этом случае он может забить гвоздь, починить розетку или даже отремонтировать сложный бытовой прибор. И все это без унизительного вызова специалиста. Алло. Чайником вожусь. Ух ты, это же моя косточка от бюстгальтера. Где ты ее нашел? Уже 2 дня ищу. Помню, ведь на стол положила. Прекрасно. Искусство, культура и традиции народов попадают к потомкам благодаря музыкальному творчеству предков. Во всем этом великолепии есть только один минус. Соседям очень неприятно, когда рядом кто-то учится музыке с нуля. Нет, это невозможно. За 2 недели никаких продвижений. Пестарь.
Скрипка это не твоя! О, привет, сосед! Здоров. Че такой хмурый? Да этот скрипач уже надоел. Тебе тоже, да? Я уже не знаю, что делать. Стучал, звонил. Ну не бить же его. Ну да, ну да. Слушай, а давай Колю с седьмого этажа попросим, объясним ему все. Он разберется. А давай. Слушай, Коль, тут такое дело есть, честно говоря. Вот, ты мне нужно нам помочь. Да погоди, погоди, посмотри, у меня самолет. Видишь, как кабина проходит? Да ладно, с твоим самолетом. Там, короче, парень на спят. Коль, посмотри, а между прочим, смотри, я честно, я не могу уже спать. Я не могу, да подожди, шесть. Самолет, вы тесно, у меня уже подкласть. Коль, ты не мог, Коль, я помогу тебя благодарить. Вот. Здравствуйте. Скрипач? Да. Здорово. Сработало. Всем известно, что двум красивым и амбициозным сотрудницам трудно ужиться в одном трудовом коллективе. Но есть приемчик для офисных тигриц покруче Фауста Гёте. Ой, Марина Николаевна, какое у вас красивое платье. Ой, что вы, Ольга Геннадьевна. У вас намного красивее платье. Я разве вам не говорила, Марина Николаевна, что я приду на корпоратив именно в этом платье? Ой, что-то не припомню, Ольга Геннадьевна. Но мне кажется, это вы пришли в таком же платье. Это еще почему? Ну как же, кто последний в зал войдет, тот и повторюшка. Монетки забери. Ой, друзья, и сегодня в номинации «Менеджер года» у нас не один, а целых два победителя. Стремясь спасти свою квартиру от затопления, мы готовы сделать с соседями сверху что-то страшное. Но иногда ситуация может развернуться так круто, что о ремонте начисто забываешь. Эй, соседи! Есть кто? Вы нас заливаете! Соседи! Соседи! Вы нас заливаете! Простите, у вас дверь открыта. Что вам здесь нужно? Да вы нас заливаете. А что тут происходит? Ничего, просто вы нас заливаете. Да?
А я вижу совсем другую историю. Ты пришел, увидел, что жена приготовила мужу сюрприз, решил воспользоваться беззащитной женщиной, напал на нее, а она сопротивлялась. Ты снял с нее одежду, скрутил и заставил голой залезть в ванну. Но тут пришел муж, ты испугался и выбросился в окно. Нет, было все по-другому, вы нас заливаете. Я пришел разобраться, у вас дверь открыта. А у меня есть другая версия. Ты пришел ко мне домой, напал на мою жену, загнал ее голую в ванну, но тут пришел муж. Ты испугался и утопился в ванной. Нет, нет, я просто... Тихо, все понятно. Я больше не могу. Я пошел. Что происходит? Никогда не знаешь, за каким углом тебя поджидает бравый боец, ДПСник с полосатым жезлом. Но обладая достаточной фантазией, несложно избежать неприятностей. Потому что человек в форме, он же тоже мужик. Чего эти гаишники ко мне постоянно цепляются? Как будто видят, что я права только на прошлой неделе получил. Не, они не видят, они чувствуют просто, какой ты у меня удачливый. Ага. О, пожалуйста, вон смотри, вон, видишь, стоит. Сейчас и этот нас остановит. Спасибо, любимая, поддержала. А что тебя поддерживать? Вот, пожалуйста, на здоровье. Капитан Подберезкин, ваши документы. В чем, собственно, дело? Я что-то нарушил? Багажник откройте, Денис Владимирович. Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки есть? Ну что, мужик? Это не вопрос. Мужик, конечно. У меня в машине любовница. Мне до дома довезти надо. Потом пули обратно домой. Еще басню по дороге придумать для жены, чтобы поверила. Пока мы тут с тобой стоим, каждая секунда на счету. Жена дома такое устроит. Ладно, иди. Стой! Слушай, может тебе штраф выписать? Скажешь, что гаишники задержали, а я время могу попозже поставить. Домой. Давай. Стой! Перед мостом не гони, там наши стоят. Мужик. Команды руководства не обсуждаются. В офисной иерархии принято подчиняться даже нестандартным просьбам директора. Например, настроить компьютер жены. О, Саш, слушай, жена ноутбук купила. Надо и там программы всякие установить. Поможешь? Сделаем. Я на тебя надеюсь. Последний штрих. Санечек новым ноутбуком разжился. Сейчас мы тебя поздравим. Все готово? Благодарю вас. Спасибо.
Алло? Алло, Саш? А, здравствуй, это Дарья. Хочу поблагодарить тебя за ноутбук. Да всегда пожалуйста, Дарья Александровна. Всегда рад помочь. Слушай, Саш, тут на рабочем столе такая картинка. Не понравилось, да? Ну что ты, наоборот. Мои девчонки, они просто визжали от восторга и от радости. Слушай, Саш, а чей это объект, а? Мой. Его Ричард зовут. Ричард? Слушай, Саш, а тут такое предложение. Короче говоря, мои девчонки хотят, чтобы хозяин этого Ричарда провел с ними семинар. Или нет, лучше ознакомительное занятие, например, по компьютерной грамотности. Ты как, не против? Да я с удовольствием. Ну и отлично. Только Ричарда не забудь. Ну все, пока. Девочки, все окей. Выражение «бедный студент» появилось давным-давно. Но шикарно жить мученики науки не стали и по сей день. Все так же экономят на всем, даже на самом необходимом. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – 13-й парковый. Иван! Покупайте места инвалидам, посади девушку, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Я не потяну. Абсурд. В финансовом смысле не потяну. Праздничное настроение после удачной корпоративной вечеринки может резко улетучиться, если дома твоего прихода никто не ждал.
жизни настоящего мужчины могут быть только два плохих предчувствия. Что твоя любимая команда проиграет, и что жена на 100% не отпустит на рыбалку с друзьями. И тут уж каждый выкручивается как может. О, Дэн. Слушай, Дэн, с утра на недельку на рыбалку собираемся. Поедешь с нами? Да меня жена после прошлого раза никуда не выпустит. Дэнчик, ну разберись с ней, мы на недельку. Ну что, я тогда собираться пошел? Я тоже. Дэнчик, ну, мужики. Да? А сколько звезд? Кто это был? А он? Кто это был, я тебя спрашиваю, пигалица! Ленусь, подожди секунду. Ты чё разорался средь бела дня? Ты себя невинную овечку-то не строй. Я все видел. И его я тоже видел. Гуся, ты с ума сошел? Рот закрой! Ни стыда, ни совести. А я тебе верил, пигалица. Гуся, что случилось-то? Я не собираюсь слушать твои сказки! Я ухожу. И не останавливай меня. Шмакодявка. Ленусь, а ты в Турцию на неделю собиралась? Ну, я с тобой. Ну, мой дельфин на рыбалку свалил. А самые забавные мы вам сейчас покажем. Веселые истории нас слушали, наборили. Веселые истории из жизни.